надо посмотреть, что там вообще не коснулось это. Мне не говорят. Давайте проверим. Мы можем спросить, где нашли и поискать в полочках. Не, оно никого не коснулось. Потом оно просто, оно на 60 футов влево и вправо, так что дом действительно прошибло насквозь. И 60 футов в высоту, да? Нет, в высоту оно, сейчас скажу, в высоту оно 20 футов было. Ну все равно, это весь дом. Это весь дом. Если он не двухэтажный, то скорее всего весь дом. Почти. Хотя подожди, это 1 фут, это 5 футов, это 3 метра, да, по-моему? Что мы считаем? А, полтора метра. 5 футов, 1,5 метра. 3-6 метров, да. Это может быть, если не сидеть. Чердак немножко устоял, окей. Да, считаю, да. Крыша целая. Крыша целая, но, по-моему, такие конструктивные, хотя, ладно, все не важно. Это было несущественно. Короче, теперь домов 2 осталось. Дом 2? И тут открывает это зло, короче, зловещее, короче, это... Входит лошадь. Да, да. Отныне здесь будет лобное место. Ну да, спасенные вами жители города, сидевшие в том же доме, немного в шоке, оно прямо сработало.